Thank you прекрасно осознавать что рядом с тобой есть те кто действительно любят иисуса полностью которые отданы ему которые идут до конца которые жаждут видеть что-то новое в своей жизни спасибо тебе иисус аминь хорошо дорогая семья давайте мы сразу поприветствуем тем кто с нами в онлайне сегодня добро пожаловать добро пожаловать Итак, сегодня будет интересное слово. Я так говорю, сейчас я хочу поделиться еще одним, так скажем, пазлом, который поможет тем, кто мечтают о чем-то больше, чем прожить на этой земле, заиметь пару деток и отдать наследство своим внукам. То есть я верю, что мы здесь с вами больше должны принести и через себя пронести, чем животные. Amen? И животные оставляют наследство, и свои норы оставляют своим внукам. Мы должны с вами понять, что мы для чего-то здесь намного больше. Богу нужно оставить здесь свое ДНК. И молитва Иисуса Христа не «Отче наш, вознеси нас побыстрее», а «Отче наш, да будет и да придет, да будет твоего, и да твое царство на земле, как и на небе. Другими словами, христианство или что-то недопоняло, или пропустило. Мы здесь не для того, чтобы очиститься, хотя это часть христианства, осветиться, хотя это абсолютная часть. Мы здесь для того, чтобы очиститься, осветиться, не для вознесения, а для того, чтобы царь правил через нас на этой земле. Кто-то понимает, что что-то было утеряно. Воздай слава Богу. Нас с вами завели в заблуждение, я так скажу, говоря тем, что освещайся, очищайся, для чего? Ну ты не знаешь, когда Иисус придет. Иисус за такой церковью точно не придет. Он придет за той, которая готова, написано, приготовила себя, убелила одежды. Другими словами, она что-то достигла, подобное соединяется с подобным, то есть жених что-то совершил, и он не возьмет невесту, пока она что-то не закончит, не довершит его работу на этой земле. Amen? Итак, дорогие, сегодня я хочу поговорить с теми, кто мечтает. Итак, меч... я так скажу, тема называется очень уникально. Я ее назвал ⁇ Донор для мечты Бога ⁇ Знаешь ли ты, что... Да, давайте сразу, сразу, пойду, сразу пойду в слово, потому что у нас сегодня не могу я растягивать, так как у нас еще одно событие намечается в Портленде сегодня. Итак, уникально то, что когда Бог избирает человека, и помещает в него свою мечту, то хочет человек или нет, ему необходимо проходить весь процесс вместе с мечтой Бога, и мечта Бога не будет спрашивать тебя, что ты думаешь по этому поводу. Я хочу сразу рассеять понимание людей, что ты имеешь мечту. Мечта имеет тебя. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сегодня я хочу поговорить, что, почему большое количество людей, получив что-то от Бога, встретившись лицом к лицу с мечтой, которая бросает тебе вызов, потому что она не может употребить тебя таким, какой ты был до мечты, что-то в тебе должно произойти, что-то с тобой должно произойти, чтобы мечта Бога могла ходить через твое тело по этой земле. Другими словами, мы должны стать донорами. Ты знаешь, что такое донор? Донор – это хорошее слово. Это донор, который отдал что-то ради того, чтобы царь на этой земле был, жил и двигался. Итак, когда ты полностью принял мечту и план от Бога, ты его мечта становитесь неразделимы. Послушайте внимательно. Поэтому все, через что Бог проводит мечту, хочешь ты того или нет, ты проходишь так же. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Другими словами, Бог проводит мечту через очень уникальные, я так скажу, процессы, гонения, противостояния, боль, удары, давление. Ты думаешь, это ты проходишь, а Бог говорит, это моя мечта проходит, и она берет тебя вместе с собой. Кто-то кто со мной. Я хочу сегодня ответить на пару вопросов. Так что же со мной происходит? Потому что как только я начал двигаться, все было нормально. Но как только в меня начала попадать его ДНК и его мечта, со мной начало что-то происходить. И многие люди, не понимая, что мечта начинает раздвигать, расширять тебя внутри, строить место для себя в тебе. Тебе нужно не адаптировать мечту под себя, тебе нужно поддаться процессу адаптации под мечту Бога. И вот это процесса не выдерживает практически никто. Совсем небольшое количество людей, я покажу из Библии сегодня, не переживайте, совсем небольшое количество людей поддались процессу адаптации под мечту Бога. В основном все пытаются руководить тем, что попало к ним, и поэтому теряют силу. Вот почему люди говорят, это же был прекрасный человек, когда начинал двигаться с Богом. Почему, что с ним произошло? Он захотел мечту Бога адаптировать под себя, но не адаптироваться под мечту. Послушайте, сегодня я скажу что-то, что необходимо будет тем, кто движется. Тем, кто не движется, в принципе ничего этого не нужно. Итак, если мечта под атаками, угадай, кто под атаками. Если мечта процветает, угадай, кто процветает вместе с мечтой. Это ты и я. И чем больше мечта, тем грандиознее план Бога, тем ты больше будешь проходить через боль, унижение, разочарование и давление. Почему? Потому что этого требует мечта, чтобы воплотиться на этой земле. Мечте Бога нужен кто-то. Другими словами, когда Бог дает мечту, вы знаете, что мечта Бога в тебе ⁇ это завершенный процесс. Бог не добавляет что-то к своей мечте. Но почему, когда она попадает в меня, она такая несовершенная? Потому что совершенная мечта Бога, входя в несовершенного, рожденного свыше человека на Земле. Мы не говорим сейчас о духе, мы говорим о тебе как о характере, о сердце, о гордости, о каких-то превозношениях. Мечта входит в тебя, она начинает сталкиваться с твоими несовершенными качествами тебя как человека и пытается их исправить. Ты думаешь, что против тебя вышел ад, против тебя вышло то, что сейчас пытается адаптировать тебя, чтобы ты мог течь в этой мечте и плане Бога на земле. Кто-то со мной, кто-то понимает, о чем я сегодня говорю. Послушай. Большинству почему-то кажется, что они будут иметь мечту от Бога. Это неверно. Я понял, когда со мной начали все, все эти вещи происходить, я понял одно, что мечта Бога начала иметь меня. И что бы я ни пытался, я могу выйти, я могу остановить процесс, но я никогда не заставлю силу Бога работать на меня. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сила Бога, она трансформирует меня, потому что она заставляет меня работать на царство. А в, знаете, в наших кругах так не при. Когда меня помазывают, теперь я закатываю рукава и делаю, что я хочу во имя Иисуса Христа. Да? А у Бога не так. Мечта Бога входит. Ты даже не знаешь, что сейчас попало в тебя. Ты даже не знаешь, как сейчас грани твоего сердца начнутся попадать под обрезание. И ты говоришь, Бог, что это? Я раньше этого не видел, не замечал, не чувствовал, не переживал, что это. Мечта Бога не может с этой частью характера жить в тебе. И поэтому мечта сейчас пытается от Бога, призвание от Бога, входя в тебя, оно пытается изменить то, что не даст ей впоследствии двигаться. Okay? Послушай. Некоторым кажется, что это все насчет них. Меня Бог помазал. Меня Бог призвал. Ух ты, звезда моя! Ненаглядная. Тебя Бог, и теперь ты сияешь. Да Бог донора нашел. Кто-то может понять меня, нет? Я хочу сегодня разочаровать всех, кто болеет звездной болезнью помазания. Бог ищет донора. Кто-то со мной? Нет? Донора. Кто согласится лечь на смерть? Нигде Библия не говорит, что после того, как ты примешь Христа, ты будешь жить. Библия многократно упоминает кто не вырет свой крест, следует за мной, недостоин меня. Другими словами, Библия о смерти, о смерти, о смерти. Это да что такое, Господи? А оказывается, есть что-то в призвании Бога совершенное, что сталкиваешь с несовершенной натурой человека, начинает тебя преображать. Поддайся процессу преображения. Некоторые люди говорят, как распознать, что Бог начал со мной работать, когда тебя начало ломать, тесать, крутить, и ты начинаешь визжать. Кто-то за мной? И ты Господи, жду это? Так все было хорошо до этого, до встречи с Богом, до инкантра, до этого, до церкви, до встречи с этим человеком, до молитвы, до прослушивания этих проповедей. Все было нормально. Что со мной? В тебя вошло что-то совершенное от Бога, которое пытается исправить твое несовершенство сейчас. Просто у тебя есть возможность поддаться процессу. Какой бы ты служение ни был, или призвание, или мечте от Бога, начиная от музыки, ты знаешь ли ты, что ты не можешь нести его чистую славу в музыке, поклонении, и не носить это внутри своего сердца? Кто-то понимает, о чем это? Другими словами, мечта заставит тебя первого преобразиться. Если кто-то понимал, что я сейчас говорю. Когда мечта входит в тебя, она от тебя первого требует то, что она потом будет требовать через тебя от других. Кто-то кто, -то, кто -то следит за ходом моей мысли? Мечта первая говорит так, сначала разберемся с тобой, кто будет потом разбираться с другими. Помазание, оно первого обличает помазанника. Кто-то со мной? Послушай, Некоторым кажется, что это все насчет них. Позвольте не согласиться. Это все насчет мечты Бога, которую он хочет воплотить. Это насчет мантии, которая должна лечь на плечи личности, которая готова пройти процесс. То, что на тебя легла мантия, это не говорит о том, что ты готов. Это говорит о том, что Бог нашел донора, с которым теперь он будет работать. То, что тебя помазали и призвали, это не говорит о том, что ты моментально состоялся, это говорит о том, что у тебя теперь ты хороший кандидат для этой славы на этой земле, которую Бог хочет через тебя сделать. И это не насчет тебя, это не насчет меня, это не насчет того, что кем ты будешь, кем ты станешь, свое наследие там, да, и так далее. То есть вещи, которые люди в твоем резюме хотят написать. Вот кто я, вот кем он был. Библия наоборот говорит, Иоанн, интересно, такие фразу сказал. Он говорит, мне надлежит умоляться, а ему надлежит возрастать. Думаешь, не понял, что это значит? Это значит, что говорит Павел, и уже не я живу, но живет во мне тот, кто вошел в меня и начал трансформировать меня. Другими словами, некоторые люди говорят, я хочу быть таким, как Иисус. А ты знаешь, что когда войдет в тебя Дух Святой, что Он начнет делать внутри тебя, чтобы подогнать тебя под Иисуса Христа? О, Боже мой. Вы знаете, что нам с вами так легко жить, пока в нас не вошло, не вошли стандарты неба. Когда в тебя и в меня входят стандарты неба, когда ты говоришь, Бог, дай мне свою мечту. Когда ты даешь мечту, это ты просишь, Бог, внеси в меня стандарт неба. И когда в тебя входит стандарт неба, другими словами, Бог призывает тебя как пророка, как евангелиста, как учителя, пастора, апостола, неважно, человека, который в поклонении движется. Представь, тебя же первого коснется это острие этого меча. Первого. И некоторые люди не выдерживают острие этого меча, этого призвания, этой мечты. И они бросают и говорят, о, что-то здесь не то, я попал в какой-то кошмар, это не мое. Нам кажется, что когда придет мечта Бога, она нас просто обнимет и скажет, тебя когда короновать, сегодня или завтра? Мечта Бога вонзает в тебя свои стандарты, и теперь ты, хочешь ты того или нет, ты должен умереть для себя. Библия неоднократно говорит, что такое умереть для себя. Я всегда говорил, Господи, ну как я могу умереть для себя? Он говорит, для себя никто не может просто так умереть, пока в них не войдет что-то, что будет их убивать. Знаете, некоторые христиане, Господи, я хочу умереть для Тебя. Ты даже не знаешь, что такое смерть. Ты даже не понимаешь, как чувствуется смерть. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Послушай. Именно неспособность правильно себя приготовить и расположить по отношению мечты Бога останавливает и парализует большинство. Они не знают, что делать с, этим, с этой субстанцией под названием помазание, призвание, мечта, как угодно называйте, у нее много разных названий есть, но суть одна. Я хочу что-то от Бога, чтобы вошло в меня и произвело эффект на этой земле. Все со мной? Это, это одно и то же. Обворачивай, как хочешь, дар, там мантия. И, вы знаете, разные деноминации называют это по-разному. Помазание там, что угодно. Теперь, когда тебя помазали, ты только, ты, когда тебя помазали, у тебя теперь выбор: стать донором или отказаться от этой позиции. Вы знаете, что Самсон был помазан Богом, но он так и не стал хорошим донором для мечты Бога на земле? Давайте прочитаем Марка 8, Марка 8, 34. Марка 8, 34. «Позвав народ и своих учеников, Иисус сказал им, если кто желает быть моим последователем, мы же все хотим быть его последователем, так? пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и последует за мной. Другими словами, отречение невозможно без принятия креста. Отрекаться от чего? Ради чего? Никто не отрекается, ничего не получив. Но когда ты получаешь что-то, теперь у тебя появляется стимул отречься. Потому, почему? Потому что теперь эти две вещи несовместимы вместе. Их невозможно обедести. Послушай, Отречься от самого себя, возьмет свой крест и последует за мной. Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь, смотри, потеряет ради меня и радостной вести, тот спасет ее. К примеру, давайте разберем такой очень интересный момент на, на примере тела женщины. Когда оно начинает беременеть. Вы знаете, что примерно вот как женщина зачинает, да, или беременеет, примерно тот же самый процесс происходит, когда в тебя и меня попадает семя Бога, мечта Бога. Когда она попадает на твое поле, как угодно называть, беременность, посев, там, неважно, не но смотри, что происходит. Тело женщины, оно не подчиняет, не адаптирует плод под себя. Я заметил, что моя жена начала есть то, что она в жизни никогда не ела бы. И когда ребенок родился, он, оказывается, это любил. Оказывается, что когда в тебя попадает семя, оно адаптирует тело женщины под нужду того, кто находится внутри ее чрева. Все со мной. То есть и что получается теперь этот плод развивающийся на примере, да, как бы в в чреве женщины развивающийся, он требует теперь и выжимает из нее все, что нужно ему. Эма? нужен кальций, кальций пошел. Смотришь, у жены зубы посыпались, например, да? Смотришь там какие-то витамин не хватает и ты смотришь, что происходит с твоим телом? Ее тело стало донором для плода для плода, для, для этого ребенка, для... Другими словами, дорогие, мы никуда с вами не отойдем. Бог ищет доноров для своей мечты на этой земле. Кто из нас? Потому что, дорогие мои, если честно сказать, большинство даже рожденных свыше людей не отдадут свои тела в жертву. Не отдадут своей жизни, потому что мы все хотим кусок пирога. А Бог говорит, а кто станет донором, кто отречется от всего, кто действительно скажет, Бог не моя воля, но твоя будет. Отец, я сдаю все мои позиции. Веди меня как хочешь. Что вокруг меня будет, что вокруг меня не будет. Я донор. Нет, мы хотим управлять всем, что вокруг нас происходит. Мы хотим управлять нашим месседжем, реакцией на наш месседж. Те, кто в окно с нами находятся, или кого мы не хотим вокруг себя иметь, мы хотим иметь эффект, мы хотим производить это все. Потому что каждый из нас, получив мечту Бога, мы смотрим, сравниваем себя и говорим, «Хм, было бы неплохо, как хочу я. А Бог говорит, сынок, доченька, отрекитесь от того, что хотите вы. Сейчас вы стали донором, и у вас другого выхода и выбора нет. Смотри. Это будет глупо для беременной женщины заявить, якобы меня все достало, и я хочу ребенка сейчас. Ты на третьем месяце. На третьем месяце никто детей не получает на руки. Поэтому, дорогие мои, некоторым людям кажется, что Бог, что мне делать? Что мне делать? Тебе нужно поддаться процессу этой мечты. Сколько я разрываюсь с людьми, разговариваю с людьми, провожу время, которые говорят: пастор, но когда я не знаю твою мечту, и я не знаю срок твоей беременности? Кто-то может меня понять? Я не знаю, срок моей беременности был 12 лет. 12 лет. От того, как Иисус пришел ко мне до того, как я реально вошел в Свое признание? 12 лет. Я не знаю срок. Я не знаю веса твоей мечты, насколько она огромна, насколько ей нужно расширить пределы твоего, твоей веры, твоего сознания, твоего понимания, твоей стойкости, твердости. Твоей непоколебимости и бескомпромиссности. Я не знаю глубины твоей мечты. И поэтому я не могу ответить тебе, сколько еще тебе сидеть и ждать обещания от Бога. Я не знаю. Посмотришь на Авраама, думаешь, Боже мой, во мужик умел ждать. Ты понимаешь, мы с вами думаем, так легко. Нет, когда входит мечта, мечта не спрашивает, мечта просто входит, и она отдает приказания внутри тебя. Она расставляет все, как она хочет. Я заметил, что, например, кого-то я хочу около у себя удержать. Мечте эта личность невыгодна, и мечта делает все возможное от Бога внутри меня, чтобы этих людей больше не было. Вы понимаете, что, и что бы ты ни делал, ты, Бог тебе говорит, сын, успокойся, ты поддался процессу. Убери руки от процесса. И я тебя веду. Я двигаю твоей мечтой. Я двигаю тем, что я в тебя поместил. Такого быть не может, что женщина захочет родить на третьем месяце. Или она своими усилиями скажет, а я хочу быстрее ребенка. Такого быть не может. Она, собственноручно, когда она забеременела, подписалась на весь срок и процесс, и все, что входит в процесс беременности. Токсикоз, бессонные ночи, огурцы с шоколадом, ни огурцов, ни шоколадов. То есть на все она на все подписалась, зная. Поэтому, дорогие мои, но христиане, знаете, мы интересные существа, мы как бы хотим иметь э, что-то от Бога, но мы хотим больше иметь, чем Бога. Мы, мы, мы все хотим использовать в свою выгоду, мы все хотим, знаете. А откуда ты знаешь, вдруг сейчас, как тебе, как для Павла, мечта требует полной изоляции и одиночества. И Павел сидит, пишет своему Тимофею, «Все меня оставили, Тимофеюшка, меня не кидай, пожалуйста». А в тюрьме сидит апостол. Некоторые люди говорят, «О, если бы ты, или ты была настоящим молитвенником, или ты был настоящим евангелистом, то там бы были уже ого-гошечки». Библию читаем, там были такие оглагошечки, что люди сидели по пояс в, в канализации да? тюрьмы канализ... в канализациях римские тюрьмы и пели песенки в кандалах. Дорогие мои мечта иногда введет тебя туда, где ты совсем не планировал быть. Amen? Но, дорогие мои, я донор для мечты бога. То есть те кто получили мечту, но не способные охранять и терпеть, вскоре они, не имея способности ожидать, абортируют мечту от Бога, и не пройдя весь процесс, они выбирают что-то похожее. Знаете, есть некоторые люди, которые не проходят процесс, они просто выбирают что-то похожее и говорят, сойдет. Good enough. Знаете, да, есть такая позиция. Ты воюешь, 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 и потом ты пф, плюнул. Good enough. Не иди до good enough. Давайте дойдем до конца, до того, что действительно Бог хочет достичь на этой земле. Без компромисса. Чудеса, знамения, чудотворение, воскрешение мертвых, жизнь, жажда, спасение этого поколения. Иман, Кто же дойдет? Сегодня, знаете, в конце этой темы очень быстренько пройдемся по пяти пунктам, через которые пройдет каждая мечта, каждый донор, Каждый донор пройдет через пять пунктов. Я их очень быстро назову, и я вам гарантию даю. Ты в, если ты получил мечту или ты в процессе движения в мечте, ты в одном из пяти находишься прямо сейчас. Просто я хочу, чтобы ты распознал, Господи, на меня сорвался ад, на тебя не сорвался ад. Просто та мечта и то призвание Бога, которое ты 10 лет, 5 лет, 2 года назад обещал Богу, я твой Иисус, делай со мной что хочешь, Он теперь наконец-то делает с тобой, что Он хочет. Окей? Okay? То у тебя просто медовый месяц. И Бог вновь, если ты сдаешься, должен искать личность, которая согласится пройти через весь срок беременности, пройти весь токсикоз, рвоту, бессонные ночи и в конце концов роды и радость о том, что что-то появилось на этой земле. Некоторые люди говорят, вот знаете, мы с вами молимся, да придет Царство. Да будет воля. Вы знаете, что царство не может сюда прийти. Оно должно как семя. Помните, царство подобно. Оно как семя должно войти, пройти через процесс, и оно должно родиться на этой земле. Оно не падает с неба. Ляпы все таки у, -у, -у какое цар... Царство, оно нуждается в донорах. Чтобы насадить царство, ему нужны его дети, его невеста. Кто-то со мной? Потому что у нас с вами, у христиан, очень много иллюзий по этому поводу. Они говорят, Господи, когда это будет? Он говорит, когда появится достаточно доноров на этой земле, которые захотят привести мое царство, родить его сюда. Все, что приходило с неба на эту землю, оно всегда проходило через личность. Вы заметили, да? Оно никогда само по себе не ляпалось. Ляп. Оно всегда проходило через личность. Вот Богу нужно вывести Израиль из Египта. Ну что, Бог сам не может вывести? Ну, ну честно мне скажите. Да Бог может все. Нет, ему нужен Моисей, ему нужно с ним колбаситься 40 лет. С его кувырками, недопониманиями, с его страстью владеть, там, править, и все это неправильно, вместо того, что убил, закопал, сбежал. Правитель. И ты понимаешь, что Богу нужно проводить через процесс. Все, что на этой земле появляется с неба, оно проходит через личность, которая отдала себя для того, чтобы выносить ее. Amen? И сегодня я говорю с вами, поверьте, сегодня, пусть я немножко там, знаете, сейчас чуть-чуть приболел, и, может быть, мне сложно сейчас выдать то, как я все хочу, но я хочу, чтобы вы услышали сегодня мой дух, окей? Okay? не мое давление децибелов моего голоса, а услышали мой дух. Потому что слово, которое я сейчас говорю, очень важно для тех, которые не могут соединить, Господи, что было до мечты и что происходит сейчас. Сегодня я хочу поговорить, что происходит между пунктами зачатия и рождения. Потому что, честно сказать, сколько я встречался с помазанниками, людьми, которые уже в огромном призвании, все тебе говорят только о начале. О, Бог меня призвал. И все тебе говорят уже, когда они уже, знаете, коронованы. Но почему-то никто не хочет рассказать тебе, что было между этим и вот этим. Читаешь апостола Павла, где он был 7-8, сколько лет он был, Понимаете, исчез. Вот он призвался. И вы знаете, в библейской школе ты вот эту изучаешь хронологию, историю, все. Сколько лет? 8? 13, извиняюсь, да, даже 13. Представляешь, 13 лет выпавших из жизни Павла, о них никто не знает. Вот он едет в Дамаск, получает послание от Бога, Здесь он получает исцеление, и после этого исцеления, как он, знаете, помните, Павел рванул на поле работать для Иисуса Христа. И ему нужно было, чтобы его по стене в корзиночке спустили, потому что допроповедовался. И вот это, когда корзиночка по стене его спустили, да, верующая, когда он поехал туда уже не гнать, а проповедовать слово, после вот этой корзиночки, до того, как он появляется в Иерусалиме и начинает двигаться, 13 лет нет. Кто мне расскажет, что было в 13 лет? Потому что мне не интересно, что было до и после, мне интересно, что было там внутри. Никто не хочет об этом говорить. Это очень скрыто. Если говорят об этом, то очень вскользь. И нам с вами кажется, что когда мы начинаем проходить через процесс адаптации моей личности к мечте Бога, процесс синхронизации неба и земли, это у тебя будет все вот так идеально. Раз проснулся и все, чхнул и чудо, кашлянул и знамение. Но вот этот процесс семья, он чего-то будет стоить каждому из нас, если мы с вами действительно хотим, не просто на нашем энтузиазме, а чтобы что-то небесное появилось здесь. О. Я задал Богу вопрос. Еще много лет назад, семья. Что со мной начало твориться после того, как ты поместил свою мечту в меня? Потому что, честно сказать, я не мог понять. До мечты я был чист. До мечты я был нормальным. До мечты я был адекватным, я просто мечтал. Я говорю, Господи, а для чего я рожден на эту землю? Вы знаете, когда ты рождаешься свыше, у тебя проходит период, где ты начинаешь это задавать. Amen? Любой христианин, адекватный, рожденный свыше, когда-то задает Богу этот вопрос. Бог, кто я и для чего я здесь? Это нормальные вопросы. Это как ребенок, родившийся на эту землю, он в процессе задаст этот вопрос, что я должен сделать даже на этой земле. И поэтому, знаете, когда я, я начал сопоставлять эти вещи, здесь я был готов. Здесь ничего меня не трогало. Здесь никаких атак не было, никакой демонических давлений, никакого предательства, никакой боли. Все было нормально. Друзья, друзья, враги, враги. Ты все понимаешь. Все со мной, да? У тебя черное это черное, белое это белое. Кто-то там тебя любит, кто-то не любит. У тебя все понятно. И здесь ты входишь в призвание. Раз, на тебя одевается милость. Тебя помазывают елеем, как Давида выливают рог и говорят, ты будешь царем, ты будешь апостолом, ты будешь молитвенником, ты будешь евангелистом, неважно. Я говорю, Бог, что начало со мной происходить? Почему на меня сорвался весь ад? Почему у меня никогда этих ни помыслов, никаких побуждений даже не существовало? Что во мне активировалось? Я уже начал, еще до призвания, я начал волосы назервать, Я говорю, Бог, я, наверное, одержимый. Я думаю, у каждого была эта мысль, да? Господи, я, наверное, что-то во мне не то. Господи, что-то шевелит меня. Я не знаю, я не хочу. И Павел пишет, то, что хочу, не делаю, то, что не хочу, делаю. Кто избавит меня? О -о -о! И ты попадаешь в этот процесс. Послушай. Я раньше не переживал этого кошмара, боли, ужасов, разочарований, сомнений. Я жил отличной жизнью христианина. Много лет я жил отличной жизнью христианина. Я пел. Я поклонялся. У меня было место, время с Богом, место с Богом. Никто никогда не покушался на мое чтение Библии. Никто не атаковал мои 15-20 молитвы Иисусу Христу, которая было достаточно, чтобы гореть. Теперь молишься два часа и думаешь, Господи, и два часа мало. Почему? Потому что твоя мечта требует больше. Вы все со мной? Не тебе это нужно. Это нужно для выживания и активации твоей мечты, которую Бог поместил внутри тебя на этой земле. Вот что проходит процесс. Ты просто как донор, как женщина с семенем внутри. Ты проходишь этот процесс, и ты не понимаешь, что тебя тошнит, и что ты не можешь спать, потому что там кому-то не спится, там кто-то проходит процесс. Там кто-то зреет, там кто-то меняется, там что-то растет и развивается, и тебя просто ты, тебя кидает, хандрит, еще ничего не видно. Ты думаешь, Господи, что это? Это духовная беременность в семье. Это мечта, это милость Бога на тебе. И люди смотрят и говорят, с ума сошел. И ты смотришь и говоришь, наверное. Ты даже уже не отрекаешься, ты говоришь, Господи, наверное, я с ума сошел. Что со мной происходит сейчас? Но если ты мудрый человек, ты поймешь, что, о чем я сейчас говорю. Естественно, те, кто никуда не идут, для них это слово будет просто слово. Бог ответил мне, моя мечта готовит в тебе место. Вы знаете, для меня это был просто удар. Я говорю, я думал, что я согласился, и все, мечта должна сейчас активироваться, и все, и осанна, знаете, пальмовые ветви, и ты въезжаешь, и все должно быть аллилуйя, везде должно быть признание, все должны каждому твоему слову говорить «Аминь». Это истина. Что бы ты ни делал сейчас, должно встречаться просто овациями, потому что так религия говорит. Они говорят, что если что-то имеет противостояние, это не может быть от Бога. Если что-то от Бога, конечно, оно примется. Дорогие мои, прочитайте Библию, очнись. Как раз то, что от Бога, проходит страшное противостояние, удары, атаки, давление, противостояние. Почему? Потому что дьявол знает, что ты носишь в себе что-то очень другое, чем носят все остальные. Смотри, Бог мне ответил, моя мечта готовит в тебе место, она живая. Мечта подготавливает твои внутренние параметры. То есть для твоей мечты нужен крепкий характер, выносливость, бескомпромиссность, умение прощать. Я говорю, Бог, как мне научиться прощать? Он говорит, когда тебе достаточно людей предадут? Кто-то просил у Бога, чтобы научиться прощать. О, поверь, Он тебе даст возможность это сделать. Аллилуйя. А мы с вами думаем, что вот знаете такой момент, как прощение придет просто вот аллилуйя, я просто вдохнул, ой и такой знаете вдохнул и весь в прощении ходишь. Дорогие, я заметил, что каждая вещь, которую мы просим у Бога, сопровождается очень интересными элементами, которые ведут меня по этой земле. Послушай, да. Ой, то есть для твоей мечты нужен крепкий характер, умение прощать, двигаться, несмотря ни на что. Именно поэтому ты проходишь все это. Потому что это необходимое условие не для тебя. Для тебя было достаточно просто покаяться, спастись, и некоторые люди не могут сопоставить, что со мной. Твоя мечта готовит место. Твоя мечта внутри тебя раздвигает эти параметры. Это не для тебя, а для рождения и существования мечты Бога на этой земле. Вспомните пророка Исаию. Хороший пример, читать не буду, сегодня не так уж много у нас времени. Когда Бог показал ему мечту насчет его призвания. Вспомните первая, первая, фраза Исаи: Господи, я человек нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. Знаете что, меня это не шокирует. Знаете, что меня шокировало, когда я это прочитал? Почему ты не видел это до встречи с мечтой? Хороший вопрос. Церковь, ну, ну надо, думать же надо когда-то, когда Библию читаем, да? И вы знаете, я когда читал это место, я думал, я понимаю, что ты человек с нечистыми устами. Здесь ты меня не удивил. Чем ты меня, Исаия, удивил? Где ты был раньше? Ты же был человеком с нечистыми устами. Так ты же не стал им прямо здесь. Вот увидел и все, и у тебя уста вот грязные. Ляп, весь грязный. Оказывается, что ты способен распознать свою нечистоту и недостатки только тогда, когда в тебя входит что-то небесное и пытается на этой земле жить. Кто-то понимает о чем? Это? Если бы вы поняли, что я сейчас сказал, в этом заключается вся тема. Вот в этой фразе. Мы никогда не способны не увидеть, увидеть недостатки, никогда в жизни эти. Они даже не будут недостатками. Потому что для того, поймите, некоторые люди говорят... О, человек нечистый, чистый. Дорогие мои, относительно чистый чего и нечистый чего? Вы знаете, что мои руки сейчас относительно чистые, чтобы кушать пищу? Вы все со мной? Без проблем. У меня вымытые руки только что, все отлично. Но вы знаете, что они сейчас абсолютно нечисты по отношению пересадки сердца? Если я сейчас буду работать, э, скальпель возьму. Вы все со мной? То есть, дорогие мои, и Бог мне сказал, я говорю, Бог, почему... И я стал таким. Он говорит, сын, потому что, когда я тебя веду, в твоей жизни все относительно. Ты относительно крепок, относительно этого стадии, этой стадии твоей жизни. Вы все со мной? Если вы поняли откровение, которое я сейчас говорю. Многие из вас просто сейчас расслабились. Господи, я не чист. Или наоборот. Господи, я чист. Подожди, он тебе еще ничего не показывал. Вы понимаете, что вы знаете, немножко моя болезнь мешает мне выдать то, что я хочу и как я хочу. Но я верю, что ты мою мысль сейчас понимаешь. Да? Относительная чистота ⁇ это как и здесь. То есть я относительно чист какой-то вещи, но если я сейчас попаду в операционную комнату, кабинет, мне скажут, ты абсолютно не чист по отношению вот этой вещи. Поэтому у Исаии была реакция именно вот это. Не хочу циклиться на этом, потому что здесь только в этом одном целая тема. Когда Исаия был, представь, Исаия был чист, чтобы встретиться с Богом и разговаривать с ним лицом к лицу. С ангелом, вот стоит, почитайте. То есть и здесь все было абсолютно нормально. Как только не показана была ему мечта, в которой он должен был двигаться. И как только ему Бог показывает мечту, в которой он должен двигаться, она моментально показывает ему, что не так в нем относительно этой мечты. Опять говорю, что первого, кого обличит призвание твое, это донора, носящего его. Это со мной? Итак, внимательно подумал, почему Исаия этого не заметил до встречи предназначения. Потому что тот, кто входит в свое призвание, его первого, это призвание проведет через обличение и процесс очищения, тот же эффект будут переживать все, кто встретились с призванием. Ты первый, так же, как и пророк Исаия, будешь обличен своей, своей же миссией. Вы знаете, я так скажу, чтобы мне стать вот сюда и начать говорить какие-то вещи. Первый, кто был обличен и проведен через процесс. Поверьте, я в процессе. Я ни в коем случае не скажу, что я закончил его. Но я достаточно подготовлен для того, чем я занимаюсь. Все со мной, да? Когда если мне нужно будет идти дальше, мне будут показаны параметры, которые должны быть изменены во мне, чтобы идти дальше. Все со мной, да? То есть нам с вами нужно понять, что э, на том уровне, на котором ты находишься, ты абсолютно в мире с Богом. Почему? Потому что э, на тебя и ад не реагирует, потому что ты на этом уровне уже отвоевал эту позицию. Все со мной, да? Ты ее отвоевал, ты взял, все, ты победил. Но если ты хочешь двигаться дальше и говоришь, Бог покажи мне, как только он тебе показывает, ты говоришь, о, Господи, я человек с нечистыми устами, живу среди нечистого народа. Бог, что мне делать? И Бог говорит, для этого я беру камень и прикасаюсь к жертвенника камень, прикасаюсь к твоим устам, и делаю тебя готовым для этой миссии. И только потом Бог говорит: представь, Он очищает Его, и потом звучит слово: Кого мне послать? И Исаия говорит: Вот я, другими словами, ты должен пройти через уголь жертвенника. Вы все за мной. Заметь, Он не вошел в призвание, и потом такой. Uh, По-моему, надо исправлять. Он только коснулся призвания, и он не смог нести его, пока не были исправлены вещи внутри него. И здесь уголь касается. Почему уст? Почему уст? Потому что его служение это было служение уст. Amen? Пророк. Ему нужно было очиститься огнем, чтобы нести огонь. Okay? Слушай. И именно здесь большинство не понимают, что с ними начало происходить, потому что до мечты было все отлично, было до я так скажу, но после получения мечты и призвания этого помазания да, на тебя сорвался весь сад. Другими словами, невозможно захотеть родить своего собственного ребенка и не захотеть пройти через процесс беременности. Плод без процесса невозможен. Каждому из нас нужно будет пройти через процесс весь. Мечта Бога не будет спрашивать твоего мнения, и не будет голосования, хочешь ли ты что-то проходить или нет? Как бы было классно, да? Господи, а можно я этот сезон просплю? Ну такой, такой нехороший сезон, болючий. Давай мы его просто пролетим. Бог говорит: нет. Почему? Потому что твоя мечта требует этого. Как узнать, если ты, если ты имеешь стойкость, как тогда, когда пошатнуть? Все вокруг тебя, включая тебя? Как узнать? Стойкий ты или нет? Пошатнуть все. Богу для мечты и призвания ты просто пристегиваешь ремни и едешь по пути, который не ты выбрал, а Бог. Мечта и призвание от Бога будет адаптировать и трансформировать тебя под себя, не наоборот. Потому что некоторым кажется, что они смогут адаптировать и подогнать мечту Бога под себя. И теперь я пророк, я сказал. Когда ты пройдешь через процесс, ты будешь такая смиренная овечка, такая спокойная, такая, да, пусть будет Божья воля на все, аллилуйя, аминь. У, я хочу в призвание. Иди, я за тебя обниму тебя и поплачем вместе. Потому что, честно сказать, ты его не хочешь, ты даже не знаешь, чего это будет стоить. Понимаешь, человек, который входит в свое призвание, он становится реалистом. Да, он верующий, он движется, но он становится реалистом. Почему? Потому что ты не обойдешь этот процесс в семье. Okay. Я удивлен тому, как некоторым кажется, что войдя в мечту и призвание от Бога, у тебя есть выбор. Опять говорю, нет его. Если ты не захочешь двигаться в свое призвание, венец, я так называю, твой офис, да, который говорится, берегись, чтобы кто-то не восхитил, передается другому. Точно так же произошло с Моисеем. Знаете ли вы, что офис Моисея и его венец был передан официально Иисусу Навину. Официально Библия говорит, что Израиль должен был вывести в обетованную землю Моисей. Ему даны были скрижали. Он, он тот, который железно. Но почему не произошло то, что Бог сказал? Потому что Моисей в определенный момент своей жизни не захотел адаптироваться под требования мечты внутри него. И он совершил то, что хочет он, за что был наказан Богом и заменен. Кто-то может меня понять, нет? Кто-то понимает, насколько важна адаптация под мечту? И здесь Моисей захотел проявить свое воле вместо того, чтобы сказать слово скале. Вспомните, что он сделал? Он распсиховался и ударил два раза. Воду вам из этой скалы! На! На! И Бог говорит за то, что ты не проявил свят. Другими словами, святости. Другими словами, некоторые люди говорят, да я психую каждый день. Для тебя это грехом не считается, потому что ты не находишься в том офисе, в котором требуется а кто-то наказывается смертью и забирается мантия за то, что он психанул один раз в своей жизни. Написано не было кратч не было кратчай как, как 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 там написано самый кратчайший человек было написано самый кратчайший человек на земле Моисей представь раз психовался один раз один раз кратчайший человек распсиховался. я психую каждый день иногда даже во время проповеди Вы понимаете кто-то понимает это? Боже мой. но почему это не вменяется тебе в грех мне Потому что мы не находимся в том офисе, где это железный закон. Потому что Бог говорит, я буду. Знаете почему? Я потом начал листать, думаю, почему Бог так наказал его сурово. Потому что он сказал, что я буду Богом. Другими словами, он говорит, ты будешь Богом для народа, а Аарон будет пророком для тебя. Помните, да, как Бог сказал? Из-за того, что народ сказал, избери нам, мы не хотим. Помните, на горе, где все начало дыметь? И они испугались, они сказали, не хотим, нам страшно такой Бог. И они говорят, пусть ты лучше будешь. И Бог говорит, хорошо, тогда ты будешь для них Богом. Другими словами, когда Бог называет человека Моисея Богом для народа, Бог не имеет права психовать. Все согласны? Вот поэтому он и был наказан. Потому что у него параметры были совсем другие. Он был служитель, который должен проявить, был абсолютную, тотальную святость. Он не просто был Богом снят с офиса. Бог говорит, ты должен был вывести, но сейчас он говорит, ты только посмотришь на обетованную землю. Он вывел его на гору, он посмотрел, и написано, с той горы больше Моисей не сошел вниз. Все. Там его и похоронили и по сей день. Да? Не знают, где он. Ну, папа умеет прятать. Кто-то для себя берет какие-то параметры сегодня, да, моменты? Кусочки, маленькие. Может быть, этот маленький пазл, но он тебе так нужен. Ты говоришь, Господи, Господи, что со мной? Я тебе сейчас говорю то, что Бог сказал мне. Скажи моим деткам, что это моя мечта шевелится внутри них. Это моя живая мечта, попав в них, она строит тебя под себя. И ты думаешь, господи, почему я расширяюсь сейчас в доброте? Сколько еще можно этому происходить? Это твоя мечта, она будет тянуть, 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 тянуть эту вещь до тех пор, пока ты не ставишь совершенный в умении прощать, совершенный в умении не замечать какой-то критики, клеветы. Кто-то со мной, да? Как э, как ты становишься совершенным, чтобы не замечать критику и клевету? Когда на тебя будут критиковать, тебя будут и клеветать каждый день все. Ой. хочу быстренько закончить. Итак, у Бога нет демократии. Послушайте. Потому что демократия – это изменение многих. Знаете, что такое демократия? Да? Мы живем в демократической стране. Изменение многих выбирается лучшее, и потом все голосуют, быть этому или не быть. Это демократия. Представь, у Бога теократия. Что такое теократия? Теократия – это у Бога Бог уже знает самый лучший для тебя путь и имеет самое лучшее мнение по этому поводу. Ему просто нужен донор, согласившийся умереть для себя и принять его мечту. Вот какая она есть. Все. Ему не нужно твое мнение. У него мнение уже есть. У него теократия. Я не хочу остаться духовно бесплодным, поэтому я согласился быть донором для Царства Бога и для его мечты. Поэтому, когда атакуют тебя, не принимай это близко к сердцу. Потому что в реальности атакуют не тебя, а плод и мечту, которую ты вынашиваешь, и твой офис, в котором ты оперируешь. Духовному донору придется совершить самую тяжелую вещь. Ему придется отречься от этого мира и отказаться жить для себя. Вот где уникальность. Ты не будешь выбирать, кому с тобой идти, кому идти. Это будет делать твоя мечта. Вот почему многие, попробовав, вскоре отказываются от этой миссии. Попав куда-то, где начинается адаптация, где начинается ломка, где тереть начинает давить, где ты говоришь, «Ра! я не для этого к Иисусу пришел, чтобы мучиться. А Бог говорит, у тебя есть выбор, быть простым христианином, спасенным, классно, или у тебя есть выбор нести мое царство на эту землю. Это совершенно другая категория людей, ребят. Совсем другая категория людей семья. Они пройдут через уникальные вещи. Луки 16, 13. Луки 16.13. Ни один слуга не может служить двум Господам. Представляешь? Или одного будет ненавидеть, другого любить. Или одному будет предан, а другому станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить Богу и богатству. Библия говорит. Представляешь? Итак, сейчас я пройду очень быстренько через пять фаз, через которые проходит каждый донор или, скажем так, через которые человек, человека проводит его мечта, проводит через пять этапов. Итак, если кто записывает, записывать. Этап первый – посев, или можно назвать его зачатие. Посев. Что такое посев и зачатие? О, как бы вам объяснить? Вы знаете, мы любим, мы любим эту фазу. О, ну скажите, кто не любит начинать? Какая приятная фаза. Вы знаете, честно сказать, что и в Царстве Бога примерно так же. Знаете, как вам сказать, зачатие – это праздник, это радость, это, это удовольствие, это мечта попадает, ты еще, ты балдеешь только от того, о чем ты мечтаешь, не от того, что ты имеешь. Все со мной, да? Картина в твоей голове, ты закрываешь глаза, и ты, вау, какая мечта. Мечта внутри тебя, она там, знаете, она посеялась, она раскрывается, Каждая мама, она, знаете, как каждая женщина, она мечтает быть мамой, она представляет, закрывает глаза, ну, какой будет ребенок, как она будет с ним играться, воспитывать, переодевать, катать на качельке, кормить, играться с ним. То есть каждая мать это представляет. Это процесс зачатия, смотри, это посев. Мы любим зачатие. Это открытие новой церкви, миссии, музыкальной группы, домашней церкви. Знаете, что все это праздник. Открытие чего-то нового – это праздник. Там всегда тебя сопровождает толпа. Бог сделал этот процесс, послушай, самым увлекательным. Иначе мы бы не захотели размножаться. Вы все со мной, да? Бог сделал этот процесс увлекательным, как в физическом мире. Нам приятно иметь отношения, интимные отношения со своей женой, со своим мужем. Этот процесс сопровождается удовольствием, но также в нем есть очень серьезная вещь. Amen? Зачатие. Послушай, этот процесс увлекательным, приятным, незабываемым. Другими словами, это праздник. Все за мной. Посев, это праздник. Ты сеешь поле, у тебя есть что сеять. Ты, дорогие мои, мысли, это, это праздник, это реальное чудо. Ты, послушай, именно по этой причине некоторые в теле Христа находятся только при зачатии. Знаете, есть толпы. Они только ходят и сеют, зачинают, сеют, зачинают, зачинают, зачинают везде зачинают, и их можешь увидеть в каждой новой церкви. Он в каждой новой группе, он в каждой новой музыкальной группе, думаешь, и он там, и он там. Это профессиональный зачинатель, профессиональный сети Эти люди, знаете, и обычно, знаете, как при зачатии. Это праздник. При зачатии всегда толпа, все радуются, все сошлись на этот праздник. О, новая церковь, новая домашняя группа, музыкальная группа, там что угодно. Домашка новая, да, там, неважно, миссию открыл, служение началось. И все аплодируют, это процесс зачатия, это классный процесс. В этом процессе у тебя будет много людей, у тебя будет суппорт. Я там не говорю там пару вякающих людей. У тебя будет суппорт, все такие, yes, yes, yes. Ты никому еще не бросил вызова. Люди даже не знают, что сейчас это зачатие произведено, что будет значить по отношению к ним. Они не будут заднить, а еще ничего. Все радуются, все празднуют, вокруг тебя много людей. Вы знаете, именно по этой причине некоторые в теле Христа находятся только при зачатии. И как только начался токсикоз, их сдуло. Они говорят, эта церковь не от Бога, она хандрит. От Бога, от Бога. После зачатия начинается токсикоз, адаптация тела ко всему, к плоду, который развивается внутри. Временная женщина, знаешь, что такое? Те, кто миновал токсикоз, вы реально благословенные Господом. Это жестокая вещь. И даже наблюдать за женой во время токсикода, это жестокая вещь. При зачатии, как только начался церковь, они говорят, церковь не от Бога, и ты опять увидишь их очень скоро при зачатии другой церкви, другого домашней группы и другой музыкальной группы. Вы все за мной. И ты слышишь, вот, и вот, и вот, и вот. Они нигде не приживаются, они только зач... они, 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 они в зачатии. Поэтому сильно не переживай о том, что во время зачатия мечты Бога вокруг тебя толпа. Но после первого удара большинство разошлись. Это натуральный духовный процесс отсева. Все со мной? Окей? Okay? Вторая ступень, сейчас будет интереснее. Я постараюсь побыстрее идти. Второе, начинается полив семени и начинается питание, да, плода, которые внутри. Полив и питание. Что это значит? Это время, когда мечта начинает требовать питания. Мечта начинает требовать. Теперь тебя по какой-то странной причине потянуло на соленое. Вы заметили, что некоторые люди, когда они попадают в мечту Бога, они моментально прыгают и начинают просто есть Слово Бога, они просто начинают его съедать. Почему? Потому что мечта Бога требует, чтобы у тебя было знание Его Слова. Вы все со мной? То есть, или, или других людей я встречал, он говорит, когда в меня попала мечта, я начал поститься и молиться днями и ночами. И только потом я понял, через несколько лет, почему Бог это сделал. Потому что ему было это необходимо, эти качества были необходимы, умение поста и молитвы для того, куда Бог вел его. Поэтому питание начинается. Ты начинаешь по-настоящему представлять, куда Бог ведет тебя. Это время, где матери начинают строить комнату для ребенка. Знаете, да? Мамы начинают строить комнату для ребенка, покупать. Они уже видят, там, знаете, уже такой маленький бугорок Бугорок, они же гладят бугорок, но это не просто бугорок, это целая жизнь. Они начинают обустраивать комнату, некоторые продают свой дом маленький, переезжают в другой дом, что угодно. Они начинают покупать кроватку, они начинают покупать игрушки, погремушки, там все, что только можно. Почему? Потому что ты начинаешь уже реально входить в реальность того, куда Бог тебя ведет. Смотри. Они начинают строить комнату, обустраивать ее, приобретать все необходимое. Так и у нас. Мы начинаем делать место для мечты Бога внутри нас. В этот период беременная женщина отказывается от всего, что может повредить ей. Amen? Женщина отказывается от э, определенной, определенной еды, определенных напитков. Это, это четко, это стандартно, это у всех женщин. Почему? Вы знаете, что точно так, и при зачатии э, реальной мечты от Бога, ты, у тебя, ты, ты, ты должен будешь отказаться от определенных людей. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты должен будешь отказаться от определенной работы, ситуации, моментов, каких-то вещей. Другими словами, твоя мечта потребует отбросить все сейчас, что мечтает ей, не тебе, ей двигаться, ей развиваться. Мы также отказываемся от ненужных вещей, людей, отношений, потому что это требует мечта. Период третий. Это настает период охраны. Другими словами, это охрана. Ты не просто засеял это поле да, или забеременел у тебя должна начаться охрана. Ты должен поставить, ты должен охранять то, о чем ты заботишься. Вы знаете, это очень интересная фаза. Это очень важная фаза в жизни того, кто получил мечту. В этой фазе иногда даже нужно быть агрессивным, когда кто-то покушается на твою мечту. Вы знаете, что мне приходилось отстаивать то, чего еще нет, но то, о чем я мечтал? Люди говорили, ты сошел с ума. Я говорю, я не сошел с ума, я верю. Другими словами, начинается охрана того, что Бог поместил у тебя, дорогие мои. Бог еще посмотрит, способен ли ты защитить то, что Он тебе хочет дать, способен ли ты охранять ту мечту, которую Он поместил в тебя, или ты ее просто сдашь, как знаете, как, как Исав, первородное свое, да, как бы, как Исав, там имя свое, первень, первенство свое. Что мне от этого первенства? Я умираю здесь от голода. Бери. Другими словами ты не только должен иметь, ты должен уметь охранить это. Okay? Потому что это стоит сражения. В этой фазе тебя будут пытаться всячески купить, уговорить на что-то другое, что-то похожее, что-то, что не так дорого стоит. Вспомните, именно это произошло с Иисусом в пустыне. Когда Иисусу подошел Люцифер, сатана, Он не просто, знаете, хотел ему дать, Он хотел ему дать все вещи, опять же говорю, все вещи, которые Люцифер хотел дать Иисусу, Иисус в них вошел, но попозже. Самое интересное, что атака дьявола иногда базируется не на том, чтобы дать тебе что-то неправильное, а чтобы дать тебе абсолютно правильное не в твое время, когда ты еще не готов это иметь. Сделай камни хлебами. Я говорю, потом Иисус, камни хлебами? Он из воздуха делал, делал хлеб. Он из, из каких-то пяти лепешек, две рыбки, он, он, сделал, 12 коробов осталось. Он из ничего это делал. Дорогие, он ходил во всех чудесах, и все ему преклонились, там, и не надо было ему прыгать со скалы, там, да, и не надо было говорит, поклонись мне, я отдам все тебе. Все ему и так отдано, но после креста. Аминь. Другими словами, на чем оперирует дьявол? Он оперирует на самой мощной мечте от Бога для тебя, но чтобы эту мечту предложить тебе немного ранее, чем прошел твой характер и твоя личность. Okay? Смотри. Итак, это очень, я так скажу, это агрессивная третий сезон или третий момент. Это агрессивная, это агрессивный сезон. В этом сезоне я, знаете, был такой: "Ну, нет, никогда я не отдам. Я знаю, что я имею в виду. Я знаю, куда я иду." И здесь нужно будет проявить даже очень твердость. Это фаза, где многие служители сдались, потому что битва стала невыносимой. Давление стало нереальным. И тебе предлагает что-то что другое, что-то легче, что-то доступнее, намного быстрее, чем то, что ты действительно Бог тебе пообещал. Пункт четвертый – это ожидание. Или я его называю так – вынашивание. Если ты хочешь задать мне вопрос – какой самый сложный пункт из всех пяти. Я тебе скажу четвертый. В этом пункте не происходит ничего. Ты просто спокойно живешь, и твой животик растет. Вы все со мной? Другими словами, ты уже отвоевал, отожидал, ты уже приготовил все, и теперь ты ходишь. Но, дорогие мои, мамы знают, что это 9 месяцев, там плюс денек-два туда-сюда. Но, дорогие мои, в духовной беременности мы с вами не знаем, сколько лет туда и сколько лет сюда. Мы не знаем с вами в реальности, сколько мне это еще будет стоить и что я должен проходить, чтобы увидеть это на этой земле. Вот почему духовная беременность такая жестокая. Потому что все вокруг на тебя начинают смотреть и говорить, что ты еще там до сих пор по пустыне ходишь, Авраам? До сих пор мечтаешь о чем? Да я вас 10 лет назад видел, вы выглядели лучше. Ты говоришь, что Сара забеременела, ты меня, ты что, шутишь что ли? У женщины, у которой больше нет ничего по-женски, и ты уже, похоже, спокойно уже себя ведешь. То есть, другими словами, о чем, дорогие, самое, все, что... Некоторые люди говорят, вы знаете, я... Самый ненавистный период – это в мечте, это период ожидания. Потому что в этот период тебе просто нужно стиснуть зубы и ждать. В это время да тебя придет враг, и он будет говорить тебе, ну что дождались, ну что получили, сколько еще ждем, да ладно, поставь знамение, срок не будет, лети, вали отсюда. А Бог говорит, ты хочешь мою мечту, или ты просто здесь из-за времени? Богу нужен донор, который будет, который скажет, я здесь до конца, мне абсолютно все равно, сколько займет времени. Почему? Потому что иногда мечта Божья требует всю твою жизнь, не кусочек твоей жизни, всю твою жизнь. Кто способен отдать всю жизнь? Просто всю жизнь. Ты уже вроде видишь что-то, но это как через тусклое стекло. Люди вокруг тебя начинают смеяться, с тебя говорят, сколько ты еще ждать будешь. Это именно то место, где происходит смерть твоего ⁇ я ⁇ и того, что хочешь ты, и когда ты этого хочешь. Лично я заметил, что эта тихая, спокойная фаза, где нужно набраться терпения, вывела из призвания больше людей, чем битвы, атаки, войны. Потому что там ты хоть знал, за что ты охраняешь и за что сражаешься, но в этой фазе нам ничего не происходит. Ты воюешь, за ничего не происходит. Ты отстаиваешь ничего. Ты отстаиваешь время. И вот здесь Бог смотрит, а кто будет терпеть. Вы знаете, что мантия царя была снята с Саула именно тогда, когда он не прошел тест на ожидание. Враг идет. Воины расходятся. Помните, да, ситуацию? Враг ближе. Воины уже расходятся. Пророка нет, жертву еще никто мне не приносил, Бога еще никто не вопрошал. А, 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 а. Приносим жертву, не имеешь права. Ты царь, ты не священник. В Ветхом Завете не имеешь права прикасаться к жертве, ты не чист по отношению к этому, к этому офису. И только он заканчивает приносить жертву. Угадайте, кто приходит? Приходит Пророк, который тебе приносит не победу, а обличение и лишение его его мантии и офиса. Он говорит, что именно за это Бог снимает с тебя твой офис. Представь, ожидание... Ты скажешь, что такое ожидание? Ожидание самый сложный период в жизни того, кто призван. Потому что тот, кто призван, он хочет видеть движение Бога. Сколько я видел людей? Направо, налево. ляп, 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 ляп. ляп. Ни атаки сатаны, ни нечистое хождение, неспособность ждать. Кто-то со мной. Неспособность вытерпеть тишину. Неспособность просто посидеть спокойно. Сколько? Не знаю. Это решает Бог. Пятое. Я заканчиваю. Я ее называю жатва или роды. <laughs> О! Это хороший период. Это мощный период. Ты дождался. Ты дождалась. И теперь все приходят поздравлять тебя с ребеночком. Люди, подарки, благословения, текст-месседжи, письма, розы, открытки. Ты выстоял, ты сделал, ты достиг. Смотри, это уникальная фаза, где все хотят теперь к тебе присоединиться. Сделать с тобой фотографию. Те, кто когда-то были рядом, хотят всем рассказать, что они были с тобой всегда от начала. В этой фазе у тебя появляются родственники, о которых ты не слышал никогда. Ты со мной? Теперь все твои родственники, теперь все тебя знают, теперь со всеми тусовался. И мы знаем его, он еще маленький бегал, мы знаем его еще там в подгузниках гонял. О, это нашего о, конечно, это свояк. Все хотят отрезать кусок пирога, потому что настала жатва. Как ты узнаешь, что настала жатва? Все тебя любят, которые даже тебя терпеть не могли. Все начинают говорить, о, ну да, Послушай, здесь многие празднуют рождение мечты Бога. В этой фазе не только ты, но и все, кто были рядом с тобой, видят твой успех и благословение. По непонятным причинам появляются масса родни. Другими словами, все хотят часть пирога, который Бог дал тебе через мечту. Самое интересное, что вокруг тебя массы будут только в двух сезонах. Зачатие и жатва. Вы все за мной? Все остальное время, дорогие, тебе нужно будет пройти через боль, предательство, одиночество, потому что такой путь у чемпиона Бога. Усвой для себя этот факт, что это стоит того, иначе Бог никогда не призвал бы тебя в это и не назвал тебя чемпионом и победителем из конца твоей жизни, зная, кто ты в Омеге. И он возвращается в Альфу и называет тебя в Альфе победителем. И говорит, сын, держись. Дочь, держись. Я тебя уже называю именем от самого конца. Но тебе это имя нужно еще получить. Стой, и Бог даст тебе. Воздайте славу Иисусу. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Иисус, я благодарю тебя. Я славлю тебя, Бог. Я верю, что этот недостающий пазл, может сейчас кто-то проходит этот период ожидания, и он просто на срыве. На срыве. Вот еще чуть-чуть. Бог, я сижу, я больше не могу. Бог, я больше не могу. А я тебе говорю, Иисус мне сказал, просто передать тебе. Доченька, сынок, жди. Потому что выйдя из этого, что ты получишь? ничего разочарование самый тяжелый период я знаю что некоторые сейчас именно находятся в периоде ожидания младенцы этого не переживают младенцы в периоде зачатия у них прекрасный сезон но люди зрелые в боге они ставят под вопрос все если ты тот который сейчас ставит под вопрос все, церковь, Бога, себя, призвание. Это говорит о том, что ты сейчас проходишь через этот четвертый сезон. Это сезон ожидания. Ты что-то вынашиваешь. И теперь все против тебя выходит, чтобы остановить тебя и сказать тебе, стоп, тебе оно надо. Но вы знаете, что я всегда говорю. Я слишком много отдал, чтобы сейчас сдаться. Слишком дорого была уплочено моей жизнью, чтобы просто отпустить. Но нет, дьявол, мы посмотрим, где эта конечная остановка. И я сейчас призываю тело Христа просто стоять до конца. Это проходил Христос, это проходили все ветхозаветние личности, чемпионы, которых Бог поднимал. У них у всех был период жестокого ожидания. Апостолы, Бог, Научи нас вынашивать мечту. Научи нас вынашивать то, что вложено тобой в нас. Научи нас. Это очень нелегкий процесс. Но это процесс, достойный того, чтобы его пройти. Спасибо тебе, Иисус. Восстайте Ему славу себе.